Здорово, с вами пока еще Жека. Почему пока? Потому что с нашей медициной, я не знаю, Вася, насколько меня еще хватит. Серьезно, наша медицина болеет. И вылечить ее некому, это самое главное. Сейчас же в больницу надо идти со всем своим. Со своей постелью, со своими лекарствами. Если так дальше пойдет, то надо будет скоро ходить и со своим доктором. Слава богу, у нас есть платная медицина. Но тут парадокс, знаешь. Чем больше у тебя денег, тем больше болезней у тебя находит доктор. Вот. Ну, хотя, знаете, врачи как-то выкручиваются. Что касается зарплат медиков. Вот. Значит, почему-то девушка в костюме медсестры получает в 10 раз больше, чем сама медсестра. Я же говорю, врачи выкручиваются. Они тебе за 150 гривен любой диагноз в бюллетене нарисуют. Ну, это, по крайней мере, у нас в поликлинике. Да. А хирурги сейчас вообще перешли на принцип, что отрезал, то твое. Вот. Поэтому, знаете что, я вот это с гербом нашей медицины, я категорически, Вася, не согласен. Ну, герб медицины, знаете, это змея, обвивающая бокал. Я с бокалами еще могу согласиться, но предлагаю так. Значит, бутылка коньяка, обвивающаяся сухой колбасой и еще скотчем шоколадка примотана. Вот. И лимончик можно, это кто как любит, по вкусу. Да. Значит, что касается самих больных, то самыми, Вася, здоровыми людьми у нас являются кто? Правильно, пенсионеры. Это ж сколько надо иметь здоровья, Вася, чтобы каждый день по врачам и аптекам бегать. Вот. Так что, знаете же, вот чтобы не болеть, я вам сейчас дам пару советов. Причем дам совершенно бесплатно. Итак, Вася, главное, если хотите меньше болеть, Вася, меньше ходите по врачам. Дальше, нужно обливаться. Не заливаться, Вася, а обливаться холодной водой. Слава богу, холодной воды у нас в Киеве сейчас предостаточно. Что еще? Значит, нужно употреблять здоровую пищу. Я сейчас не про размеры говорю, а про полезность для организма, понимаете, да? Дальше, чтобы не заболеть на улице, нужно хорошо одеваться. Не в смысле гучи-шмучи, а чтобы было тепло, понимаете, да? Дальше. Что еще оздоравливает? Оздоравливает бег. Нужно, Вася, бегать. Можно по девкам, но только чтобы жена не узнала, то со здоровьем можно попрощаться будет. Вообще, в принципе, надо больше двигаться. Поэтому выкидывай пульт от телека нафиг. Оторвись в жопу от дивана. Переключи руками канал, что здесь сложно. Дальше. Еще очень хорошо оздоравливает море. На море съездил? Так, пахлава медовая. Креветки, Вася, винишко местное, еще куча всякой ботвы. Если все это, в принципе, организм выдержал, то год точно болеть не будет. И последнее. Если вы хотите, Вася, себя чувствовать нормально, не смотрите на ночь политические ток-шоу. Сейчас на нашу страну надвигается вирус гриппа. Так вот, чтобы вас не настиг этот вирус, дыхание было свежим, и чтобы не трогали вас, Вася, вампиры, что тоже важно, жрите чеснок. Вот. С вами был Жека. Живите четконько, сядьте и не болейте. Евгений Викторович, процедуры. Александр Валерьевич, я не могу, я уже ваши клизмы терпеть. Я домой пойду.